Привет, друзья! И в этом видео я расскажу, почему попервалюди на глубине в 1 метр и менее ловить гораздо эффективнее и выгоднее, чем на глубинах 3, 4 и более метра. И всегда будете с рыбой, и всегда будете с уловом на зимней рыбалке попервалюди. Разница, друзья, не в количестве выматываемой лески, что на 5 метрах лески больше, а на метры меньше при выуживании рыбы. Разница совершенно в другом. Это метраж всего лишь навсего второстепенный фактор. Есть факторы намного главнее и намного серьезнее, о которых не знают или забывают порой рыбаки. Ни для кого, друзья, не секрет, что рыба может подниматься или отпускаться. И когда мы ловим на глубине метр или даже менее, мы отпускаем мормышку до самого дна, выматываем, убираем все излишки лески так, чтобы удочка коснулась самого льда. Это удобно потом ловить и в палатке, и в кульке, и просто так, без палатки. И поднимаем руку вверх на 1 метр. Таким образом мы облавливаем всю толщу воды сверху донизу, от самого дна до самого льда. То есть куда бы рыба ни поднялась, пол воды или ко льду приблизилась, ваша мормышка насадка всегда ее найдет. И снова возобновятся поклевки. И начнется клев. Даже если рыба поднялась пол воды или же прижалась к самому льду. Таким образом, друзья, на глубине в метр вы всегда мормышкой с насадочкой найдете рыбу, куда бы она ни девалась. А теперь давайте представим, что вы ловите на глубине 3 метра и более. Итак, друзья, вы ловите на глубине 3 метра. Все, мормышку отпустили до самого дна. Поклевки шли. Рыбка клевала, и вдруг прекратился клев. Вариантов немного. Вариант первый. Эту рыбку распугал хищник, она разбежалась. Вариант второй. Меняется погода. И вариант третий. Рыба поднялась. Допустим, в пол воды. На такой глубине в 3 метра. Это полтора примерно метра от одна. Теперь, чтобы, друзья, это понять, то есть хищник ее распугал, погода сменилась, либо рыба поднялась, нужно поднять мормышку пол воды. В палатке это весьма делать, допустим, не совсем удобно. Нужно встать и поднимать удочку вверх, чтобы понять, поднялась она и куда она поднялась. Вот. Даже без палатки это, в принципе, это делать тоже неудобно, потому что, когда мы встаем, на зимней рыбалке бывают ветра, бывают снегопады. Это излишки, большие излишки лески. Их колышет, сторожок кивок, опять же, колышется, создавая кучу холостых поклевок. Да и стоять и ловить уже не совсем весьма удобно. А рыба поднялась в пол воды. Конечно, друзья, можно пойти дорогой куда проще, чем вставать, вымазать всю леску, достать мормышку и из-под самого льда начинать ее отпускать. Вниз, когда она где-то зафиксировалась, допустим, в пол воды, опа, все, удочку фиксируем. Но пока мы тут ее фиксировали, все, рыбка находится в пол воды, мы ее нашли. Пока мы тут копошились, то еще 5-10, поклевки снова прекратились. Почему? А рыба поднялась еще выше, или же наоборот опять отпустилась до самого дна. И опять нужно леску всю выматывать. И снова начинать отпускать мормышку от льда в сторону дна, чтобы понять, кто где есть. То ли рыба поднялась, либо отпустилась, либо погода меняется, либо хищник ее распугал. И на это, друзья, тратится огромнейшее количество времени и сил, которые в результате потом дают нулевой эффект. Пока мы ее тут ищем, зимний день короткий, куда она там вверх-вниз поднялась, он закончится и темнеет. На глубинах небольших, там где метр, это проблема решаемая и очень легко. Достаточно просто достать мормышкой дно, зафиксировать удочку так, чтобы она была у самого льда, и подняв ее на 1 метр от льда, мы облавливаем всю толщу воды. То есть куда бы рыба ни девалась, поднялась или отпустилась, мы ее мормышечкой всегда найдем. И это в том случае, если рыба начнет двигаться то вверх, то вниз. А рыба движется. Вся рыба
такая как плотва, делятся они в стайные, и вся стайка то вверх, то вниз движется. И в течение, допустим, того же часа она может подниматься и отпускаться многократное количество раз. Поэтому на небольших глубинах, глубина где метр, ловить поперволетку намного выгоднее и намного эффективнее. Единственный недостаток небольших глубин, в отличие от 3-4 метров, это шумопроводимость. На небольших глубинах нужно сидеть тихо и стараться держаться подальше от рыбаков, потому что чем меньше глубина, тем слышимость там на дне гораздо лучше, в отличие от глубины там 3, 4, 5 и более метров. Это единственный минус небольших глубин. В основном плюсы есть у небольших глубин, и плюсы намного больше по отношению к глубинам 3, 4 и более метра на зимней рыбалке по перволюдку. Поэтому, друзья, когда вы окажетесь на зимней рыбалке по перволюдку, не ищите большие глубины, ищите небольшие глубины, и всегда будете с рыбой. С той рыбой, которую вы найдете. Будь то елец, плотва, уклейка, ёж, окунь. Ну и те размеры, которые обитают в вашем водоеме. Найдете такую, будет клевать такая. Найдете такую, будет клевать такая. Ведите себя на небольших глубинах тихо и уходите подальше от рыбаков. И будете всегда с рыбой. На этом, друзья, с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Меня зовут Тимон. Так зовут меня друзья. Удачи и пока. Всем спасибо за просмотр, оставленные комментарии и подписку.